Господа, дамы, Химера там представила интересный кабель для Гармони устройств, видимо, для Huawei ID, по всей видимости, для снятия. Представлены процессоры 710, 710A и прочее. Но мне интересен 710, потому что с ними достаточно часто обращаются. И вероятнее всего этот кабель, который сейчас у вас на экране, поможет вам в ситуациях, Type-C, кстати, а то кто спрашивал, там микро или Type-C, поможет в ситуациях, когда не видится через тест-поинт, то есть программа тест-поинт выключен. Могу ошибаться, поправьте меня в комментариях. Я уверен, что тест-поинт все равно нужен будет. То есть подключаешь по кабелю, все равно зажимаешь тест-поинт. Насколько я это понимаю. Я оставлю комментарий, потому что новость как бы условно полугорячая, теплая. Оставлю комментарий, где будем в закрепленном комментарии поправлять какие-то нюансы, о которых я могу забыть. Кто не в курсе, это сейчас будем мастерить вот такой кабель. Это кабель для перевода в EDL режим. Он с кнопкой для ранних устройств Xiaomi был. Теперь нам нужен подобный кабель для Type-C. И, кстати, ребята, интересный факт. Две недели назад в стриме с Михаилом Плюсков, прямой трансляции, я прям четко сказал: Миш, а что если попробовать какой-нибудь джик? Что если сопротивление впаять? То есть я читал там какие-то отголоски где-то заелось в памяти. Как раньше, как на Samsung, воткнул джик с сопротивлением, он перевелся в режим. Сейчас будем делать что-то наподобие. Разрежем кабель, впаяем туда три резистора и посмотрим, что из этого получится. Сразу говорю, будем собирать из говна и палок. Сейчас суббота, до закрытия остается всего 15 или 20 минут. Нужно бежать, сейчас прям снимем с платы каких-нибудь доноров-доноров. Соберем из резисторов паровозик, потому что, вероятнее всего, на каких-то платах мы не найдем нужных номиналов. Тут вот я вижу 150, 270 Ом и 1,5 кОм. Я уверен, что мы их не найдем. Будем собирать паровозиком. Кто будет писать в комментариях, какой-то колхоз? Абсолютно верно, это колхоз. Вот, будет собран, ну, какая-то часть кабеля по-любому будет собрана. Затем я уже в понедельник нормально схожу в нормальный магазин, либо найду нормальные платы и соберу из нужных резисторов уже нормальную конструкцию, которая позволит не делать вот это вот некрасивые вещи. Либо просто куплю в радиодеталях, все полноценно сделаем. Либо к понедельнику на Алике уже будет продаваться вот этот Harmony TP кабель. Ну что, погнали его собирать? А перед тем, как его собирать, хочу вам показать вот такую штуку. Мы сегодня собирались в прямой трансляции с Дмитрием, и я забыл ему показать вот эту вещь. Напомню, что сейчас на фоне я вам пущу и кабель в том числе. Наши друзья с Китая прислали вот такой телефон. Вообще, на самом деле, компания Alcatel его прислала. Называется вот так фирма FISO. В комплекте у телефона пылевлагозащищенного, кстати, разъем микро-USB. В комплекте кабель-зарядка 5 вольт 1 ампер. И вот такой здоровенный телефон. Полноценный обзор будет чуть попозже. Тут, кстати, есть индикатор влаги, что удивительно вообще. Я что-то на подобных аппаратах не встречал. И на борту более 4000 мАч. Хожу, как обычно, с ним месяц-полтора, потом скажу, что я о нем думаю. Я давно хожу с айфоном, для меня это будет приятный экспириенс походить с телефоном с большой батареей, потому что в айфоне, как вы знаете, чуть больше 2000 мАч, здесь более 4. Походим, расскажу, что я о нем думаю. Ссылку, кстати, на этот аппарат я оставлю внизу под видео. Погнали собирать кабель, суббота вечер. Сейчас мой друг Айдар, у которого руки, в отличие от меня, из правильного места, соберет нам этот самый кабель. Айдар, судя по всему, даже хочет в кадр. И я рад буду вам показать, что у нас получилось уже на живом примере. Это будет в понедельник. Сегодня только собираем кабель. Погнали. Просто я хочу домой. Пока не спаяешь, паспорт не отдам. Вот начинается. Короче, ты 2 по 74 паяешь просто потому, что 150 мы не нашли. Ну, понял. 2 последних по 75 будет 150, а эти два параллельно будет 250. Еще раз для тех, кто в танке, напоминаю, что мы собираем просто из того, что было, потому что нормальных предметов нет. Еще надо закрыть 10 минут, и Айдар уже нервничает и паспорт назад просит. Ну, короче, было принято решение спаять как есть, вот, да тем более пробовать не на чем. Ребят, самое главное, чтобы вы собирали по схеме.
Если будут попадаться какие-то элементы с сомнительным происхождением или с сомнительных плат, естественно, избегайте этого. Ну и плюс не устраивайте гонки. Я уверен, что у малого количества людей в ремонте лежат аппараты, которые требуют вот прям вмешательства прямо сейчас, вмешательства и создания, собственно, этого кабеля. Наверняка к тому времени, когда вы посмотрите этот ролик, он уже будет продаваться либо на Алике, либо на GSM-сервере, либо еще где-то. Я еще, кстати, спросил бы его, наверное, у словатс3gsm.ru, возможно, он у него тоже есть. Собираем, припаиваем и проверяем, чтобы совпадало с тех заданием, с такой с мини-схемой от Химеры. Кстати, огромное спасибо Химере. Напомню, что Химера есть программатор. У нас на канале есть прекрасный ролик топ-10 программаторов. Химера там тоже есть. У нее есть абонентская плата чуть больше 10 тысяч в месяц. Но, судя по всему, если она будет уметь эти вещи делать, очень скоро научится и Octopus FRP Tool, и Sigma Key научится создавать какие-то такие решения, если они уже не создали. Возможно, даже это, кстати, решение будет универсальным. Напоминаю, что кабель у нас Type-C. Из всего происходящего вам нужно знать, что вам нужно его аккуратно разрезать, подобрать нужные резисторы. Также точно, как вы видите сейчас на видео, оголить провода только нужные. Использовать схему обязательно. Я вам сейчас пущу ее эпизодически экранкой, чтобы вы про нее не забывали. Если есть какая-то необходимость термоусадки, обязательно заботьтесь, чтобы она у вас была на кабеле, чтобы потом все это было красиво под термоусадкой. Забегая вперед, спойлерну, нас уже начали выгонять, и дверь в том числе закрывать. И мы с Айдаром приняли решение отложить этот вопрос до понедельника. Вот, и собрать все это по-человечески. Вам это рекомендую также точно поступить. Я схожу еще раз, как уже говорил, в радиомагазин и спокойно все это сделаем. Либо снимем с какого-нибудь блока питания, либо телевизионной платы. Собираем этот кабель мы исключительно для себя. На продажу понятно, что нет смысла никакого сейчас закупать эти кабеля, потому что, возможно, производитель посмотрит и внесет какие-то изменения в свою схемотехнику. Все, возможно, опять же, программно каким-то образом закроется. Опять же, виноваты будем в этом мы, потому что выкладываем подобные ролики. Об этом уже говорили много миллионов раз. Ну и, конечно, я желаю всем удачи, всем хороших выходных. Человек там, по-моему, двери закрыли. Ничего страшного. Айдару обязательно отдам прямо сейчас паспорт. Вот, продолжим собирать его в понедельник. Этот ролик, не знаю, когда вы посмотрите. Короче, всем хороших выходных, всем легко собираемых кабелей, легко находимых компонентов. Ну и немножечко бэкграунда со старой-старой Nokia. Вирус, агент вирус 5. Что такое? Зачем ты сюда винду поставил? А, это просто заставка. Ты реально это будешь восстанавливать его в 2021 году? Потом на Авито выставишь?